патриотическом сквере установили портреты 29 героев Российской Федерации, участников СВО, военных конфликтов в Грузии, Сирии и, конечно, ветеранов Великой Отечественной войны. Выставка про героев – часть федерального проекта. Его во Владимирской области реализует Министерство внутренней политики и Дом дружбы народов. Одним из первых экспозицию посетили губернатор Александр Авдеев и глава города Владимира Дмитрий Наумов. Смертное присвоено было великое звание Великой Отечественной войны, конечно, которое после 1991 года присвоено. 14 героев России владимирцы, один из них Роман Владимирович Кутузов. Еще в сентябре генерал-лейтенанту установили памятник в сквере на проспекте Ленина. Роман Владимирович геройски сражался и до конца выполнял свой воинский долг. Погиб Роман Владимирович 5 июня 2022 года в поселке Николаево возле города Попасное. На открытие выставки пришли школьники и рассказали о земляках-героях. Ребята уверены, чтить память своих предков важно каждому. Застал свою прабабушку, она рассказывала. Было достаточно тяжело, ну очень тяжело было. Как дед пришел с войны тоже с ранениями, у него тоже... Красная звезда. В России практически нет ни одной семьи, которую не затронула Великая Отечественная война. Память о погибших на фронте и ушедших из жизни ветеранах передается из поколения в поколение. Есть такая фраза: человек, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. И есть какие-то определенные вехи нашей истории, которые невозможно не знать. К сожалению, есть такой момент, то, что с годами что-то начинает стираться. Потому что мы все мерим все происходящее своей жизнью. Губернатор Александр Авдеев обсудил с главой города Владимира Дмитрием Наумовым план развития патриотического сквера. В будущем здесь установят как минимум 10 новых экспонатов. Начиная от собирательного образа русского богатыря до памятников героям современной России. Появятся дополнительные экспонаты механической техники, то есть современной, потому что ну, есть еще места, где можно поставить и более насыщенно сделать. Аллея, может быть, ну, в виде бюстов наших тоже очень известных исторических личностей, таких, которые связаны с Владимирской областью. Выставку про героев увидят и жители других городов Владимирской области. В течение года экспозиция будет представлена в 10 муниципалитетах региона. Ирина Начарова, Дмитрий Базаров и Артем Михалюта.